Итак, всем здорово, дорогие друзья, гости моего канала. Надеюсь, меня хорошо слышно. Очередное видео. Надеюсь, блин, все-таки надо штатив и камеру. Так что, ребята, кто хочет мне помочь, чтобы я какие-нибудь обзоры делал, посылки. Ну, посылки я буду делать интересные. Надеюсь, будут у меня интересные модели. Буду в основном модели, буду, ребята, делать видео. Вот, я заказал неделю ровно назад себе вот такую вот посылочку. Она пришла, я ее тут за кадром полюбопытствовал, распечатал. Здесь покачивания не очень резкие. Вот. Ну, еще посылки есть. Клей специальный. Можно было бы, кстати, и клипы ванны использовать. Ну, ладно. Ножик. Который, кстати, можно было бы тоже в любом канцелярском магазине купить. Ну, я не стал. Ну, лак. Тоже... В принципе, можно где-нибудь взять какой-нибудь растворительный, да, для клея. Ну и, в принципе, извините за подергивание, просто у меня штатива, ребята, нет. Так что будем помогать мне. Будут посылки, как у некоторых обзорщиков, да, из Китая там. Ну, ссылочки все оставлю на каналы какие-нибудь интересные в описании. Ну вот, сама модель, ребята. Это будет для меня высший пилотаж, наверное. Я такими моделями, ребята, не увлекался. Первый раз вот делаю. Так, давайте-ка ее вскроем. Я ее, говорю, уже вскрыл. Вскрывал, так сказать. Давайте. Вот так вот, да? Чтобы она у нас выехала. Оп. Вот такая вот инструкция. На китайском языке, кстати, камера у планшета, которую я купил, очень удобная. Вот, да. Давайте. Вот, да. Пока это в сторону, чтобы вам инструкцию показать, чтобы она не мешалась нам. Вот тут все вот написано. Есть, конечно, у этой фирмы маленький недостаток. Я о нем попозже вам расскажу. Вот. Блин, ну неудобно на планшете, ребята, снимать, так что извиняйте. Прошу, дизлайки не ставьте. Вот лицевая сторона, где вот, в принципе, показана сама сборка модели. Так. Ну, вот инструкция, ребята. А вот высший пилотаж для меня. Смотрите. Надеюсь, меня хорошо слышно и качество картинки. Вот у нас раз. И вот два. И это все дерево, ребята. Повторюсь. Ладно, спасибо за просмотр. Так что вот кораблик, точнее шлюпка 18 или какого-то века, я не помню там. Все в описании будет ссылочки, где я, так сказать, заказал, так сказать, эту модель. Композиция такая, да? Крупным, для крупного плана. Вот. Вот, да? Значит, ну давайте, ребята, на этом попрощаюсь с вами. До новых встреч. Сегодня будет вечером стрим, так что всех жду. Всем пока.